Здравствуйте, с вами канал I Like Pet. И в этом ролике мы расскажем вам о проекте Pet Watching Moscow. Узнать как можно больше о животных растениях, найти новое в привычной среде и даже стать настоящим специалистом по идентификации птиц. Все это возможно с BirdWatching Moscow. Вот уже 5 лет этот проект объединяет ученых естественно-научного профиля, желающих нести просвещение в массы с людьми, которые хотят познакомиться с миром окружающей их природы. BirdWatching Moscow – это занятия, мастер-классы и лекции, которые проводят специалисты-ученые для всех желающих. Посещение этих мероприятий не требует специальной подготовки. Лекторы доступным, а самое главное – интересным языком рассказывают о природе вокруг. Большинство занятий проходят в городских парках и лесопарках. Иногда бывают выезды в заповедники. Мы смотрим на птиц, мы смотрим на растения. То есть у нас есть группа людей, которые интересуются животными и вообще природой. И вот есть Женя Правдолюбова, с которой мы смотрим растения и грибы. Угу. Есть, соответственно, большинство из нас все-таки птичники, орнитологи, поэтому мы снова смотрим с птиц. А птицы — это такой наиболее заметный мир, который рядом с нами существует. И, скажем, многие люди фанатеют, например, от млекопитающих, от китов, от больших кошек, но где вот их найдешь? Да, а птицы, они вот вышли на улицу, и они уже есть здесь везде. То есть люди просто хотят знать больше о мире, который их окружает. И чем больше они узнают, тем больше, в общем, хочется. То есть к нам на экскурсии ходит довольно много людей. Несмотря на присутствие в программе мероприятий ботанических и энтомологических экскурсий, проект BirdWatching Moscow в большей степени все-таки посвящен птицам. В рамках проекта в этом году был осуществлен уже второй набор на курс по обучению идентификации птиц BirdID. BirdID – это такая система международная, которая позволяет обучаться идентифицировать птиц. То есть есть, например, там сайт, и там есть тесты по голосам и тесты по картинкам. И, соответственно, человек может смотреть на картинку, выбирать, что это за птицы, и таким образом тренироваться, смотреть, как он может определять их. Окончив курс идентификации птиц BirdID, выпускники программы смогут стать специалистами, которые принимают участие в программах по учету и мониторингу птиц. Однако такая учеба хоть и престижна, но не из легких. Обучение предполагает серьезные не только умственные, но и физические нагрузки. Каждые выходные с утра ехать смотреть птичек. То есть суббота, воскресенье, весна без выходных, лето без выходных. Вот так это выглядит. Познавательные экскурсии и занятия BirdWatching Moscow проходят почти каждые выходные. Чтобы попасть на них, необходимо записаться на сайте проекта. Не упустите свой шанс научиться понимать окружающий мир лучше. О других интересных образовательных проектах, связанных с изучением птиц, вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!